Получить лекарства на льготных условиях граждане Российской Федерации могут в нескольких случаях, если они принадлежат к определенному социальному статусу или же страдают от заболеваний, которые требуют постоянного длительного лечения. За последние годы государство дало возможность гражданам выбирать между получением лекарств и денежной компенсацией, которая на сегодняшний день составляет 828 рублей. Априори в 2014 году все граждане, которые попадали под эту льготу, становились льготниками. И автоматически становились, имели право получать препараты. В то время, 14-й, начало 15-го года, мы в республике не умели и не имели возможности своевременно обеспечить потребности этих граждан. Возможно, это тоже послужило тем, что многие граждане стали отказываться от натурального получения лекарств в пользу денежной компенсации. Таким образом, из 140 тысяч крымчан 90 тысяч отказались от льготного получения лекарственных препаратов. В свою очередь, те, кто остался на обеспечении медикаментами, получают их по региональной программе. Галенко подчеркивает, Крым в вопросе обеспечения препаратами не ограничивает финансы. Только за этот год республика в два раза увеличила отпуск лекарств, которые граждане могут получить в одной из 59 специализированных аптек. Но сложилась такая ситуация, как бы нарушается принцип социальной справедливости. Граждане, отказавшиеся по федеральной льготе от получения лекарств и получая ежемесячную денежную компенсацию, претендуют и получают лекарства из регионального бюджета республиканского. Тем самым те региональные льготники, которые имеют только одно право получать лекарства, получаются ущемленные. В Российской Федерации создается единая система социального обеспечения, в которую попадают все граждане страны. По словам Галенко, она позволит обнаружить тех, кто пользуется двойными льготами. Минздрав республики призывает людей сделать выбор и не нарушать права других. Но все же, по мнению специалистов, крымчане должны вместо денежной компенсации перейти на снабжение медицинскими препаратами. Тем более, что сейчас полуостров обеспечен всем необходимым. Препараты существуют даже такие, у которых стоимость одного введения порядка 400 тысяч рублей. И даже такими же препаратами мы наших пациентов обеспечиваем. Все препараты выше 100 тысяч, это относится к категории дорогостоящих препаратов. И у нас таких вот за последний год увеличилось на 60% выписка таких препаратов. Даже такими же дорогостоящими мы наших пациентов обеспечиваем. Право отказаться от федеральной льготы дается один раз. Если гражданин хочет вернуть право на получение лекарственных средств, до 1 октября он может написать заявление в пенсионный фонд. В Минздраве заявляют, даже если сегодня человек не нуждается в получении медикаментов, ситуация может измениться, ему потребуется помощь. Чтобы обезопасить свое здоровье, правильный выбор нужно сделать уже сейчас. Егор Зайцев, Александр Рыбин, Служба новостей ИТВ.